Самарские пляжи открыты для населения, что было сделано для удобства и комфорта жителей Самары, где купаться можно и, главное, безопасно. Каким новым оборудованием могут воспользоваться посетители пляжей? Смотрите программу «Город ТЭС» 21 июля 18:15. Гость в студии Виктор Нинашев, заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара.